сказать будет. И приемлемая дача-то нормальная. Так, вот там тварь. Это у нас что? Умри, пожалуйста. Сдохни. Сдохни, сдохни. Патроны, Букер! Где, где, где она? Где же, где же? Вот, вот. Еее! Вот тварь, вот к чему нас готовили. И все сдохли, кстати. Итак, друзья, будем в следующий раз решать, что против нее использовать, какую магию. Мне кажется, вот это надо. Но почему-то, мне кажется, она не будет действовать. И также шок жокей, который я почему-то выключил. Подожди, а мы здесь были, нет? А, мы здесь были, да, все верно. А как это мы крюк? Мы крюк, что ли, сделали? Чё-то я не понял. Немного непонятно. Мы же вроде только прямо шли в основном. Хорошо, привет. Мне опять тебя нужно купить. Вот для этой пушечки. И для снайперской, естественно. Ну куда же без нее-то? Нашла деньги? Да, давай денежки мне. Спасибо. Все, можно идти, наверное, вниз. Все верно. Покидаем, идем дальше. Так. Фойе банка пророка. О да, детка. Так. Да, я знаю это место. Нам наверняка мы туда спорим. Не-не-не. Сейчас пойдем туда, в ту сторону, глянем. Туда ли? Да туда, туда, точно. А, кстати говоря, это что за автомат? Не, это мне надо. Там еще два. Вот эти еще тут стоят одинокие. Так, ты мне нужен, дружище. Смотрим, нет ли здесь... А по-моему, мы полностью прокачали его, да, насколько я знаю. То есть нам этот автомат уже не нужен. Так, вот здесь у нас... Вот что такое? Ну, я знаю, это щит. Это хорошая вещь, то, что он создает щит там какой-то, но все равно часто его не сможешь, я думаю, использовать. А здесь у нас увеличивает длительность оглушения. Перезаряжает щит. Здесь на всех врагов действует гипнотизер. Так, усиленный урон. Так, ну вот это интересно, будем ли мы использовать. Ненадолго дает неуязвимость при атаке и перезаряжает щит. Ненадолго. Ты что, хочешь, чтоб тебя убили? Да нет, просто я и так, в принципе, справляюсь. Элизабет. Но можно, конечно, использовать что-нибудь. Мод у нас тут. Вот это, кстати, штука. Еще одна. Это на случай, если мы пропустили. Блин, обалдеть, три автомата. Что там? Сейчас большое количество народу, если найдем, будем использовать против них шок жокей. Попробуем. Мы же прокачивали, не зря, я надеюсь. Конечно, не зря. Снайпер, вон там! Тетшель? Тут косолапый. Бляхмуха. Попал. Открой! Сейчас! Друзьявый крюк. Что такое? Опять же снайпер? Открой. Сейчас. Так, где он там? Вот это, да? Ну, ему головушку открутили свинцом. Или куда я им там попал? Бляха. Офигеть! Обалдеть! Вау! Вау, вау, вау!
Там только снайперы, что ли? Обалдеть. А, вот он. Обалдеть. Все, фу, что-то я перебрал. А, бля, приманка вот. Это была здесь. Так, сразу давайте вернемся, наверное, закупим там. Или по дороге найдем. Аптечки там всякие. К тебе, по-моему, да, надо подойти? Да, аптечный набор 80%. Все, зашибись. Нашла деньги. Зашибись, зашибись. К вашим услугам. Открой. А, кстати, надо взять патрончики. Все, да, больше не влазит. А, открой! Крюк. Что ж ты будешь делать-то? Там ничего нет. Ну, я надеюсь, ничего нет. Либо мы не зря прошли. Ну, он и лег. А, вот сюда еще можно. Можно было их вот так долбить. Долбить просто. Перемещаться к ним и долбить их. Ну, я думаю, какой-никакой меткостью, но они обладают. Кстати, нам надо сейчас глянуть. Куда? Сейчас, секундочку. А нам туда, значит, сейчас осмотрим вот эту лестницу, которая внизу. Здесь у нас соль и шпилька. Ну, туда неохота идти, ладно, не хочу. Там, может быть, конечно, тоже могут быть шпилечки, но... Шпили-вылечки, но... неохота, говорю, идти. А вот это место мне тоже знакомое. Просто до хрена разных локаций. Точнее, большая одна локация и дофига разных ходов. Ой-е. Ну, по цепочке же он вроде сказал будет. Прокачивал я функцию, нет? Либо я что-то перепутал. Наверное, как-то не так. Наверное, ловушки надо сделать, и тогда он по цепочке. Сегодня тебя можно что-то взять, пророк выступил против своих политических соперников. Он призывает к милосердию, но этой ночью 40 душ навеки упокоились в безымянных могилах. Мой муж не знает жалости, но он отпустил мне грехи, искупить которые было невозможно. Разве могу я отказать в прощении тому, кто с любовью простил меня? Ясно. Фонограф? Или что там было написано? Вот тут еще у нас есть дверка, бляхмуха, там прокачки нет. Там есть путь. Там есть путь! Это тупо, стекло не разбивается, это немного тупо. Но, пожалуй, пойдем дальше. Там, конечно, может быть что-то очень интересное. Какие-то прокачки. Здоровье. Вот эти вот прокачивания солей. Не солей, ага. Щит. Сейчас. Все, кроме щита и здоровья. Кроме щита и солей. То есть здоровье. Вот эта вот колбочка. С улучшением. Кстати, мы здесь были. Дальше-то, помните, я не пошел. Я отмычек, я говорю, не хотелось. Давайте не будем здесь ничего осматривать, просто бежим и все. Вот он, этот разрыв, наверное. Подожди, бляха-муха. А нам вот сюда как раз таки. Можешь это открыть? Сейчас. Прошу. Так, вот, собственно говоря, разрыв. Можно похавать немножечко. Нашла деньги. В чем система давания Элизабет денег? Ага, вот это надо включить. Ладно. Давайте здесь что-нибудь осмотрим. Все точнее. Все, что есть. Ну, по всей видимости, ничего. И здесь сейчас быстренько тоже глянем. Все, можно идти. Но вы же умерли. Я делал фото на похоронах. Да, получилось отвратительно.
Обычно людям не показывают фото их мертвых тел. Выйдут столь безжизненными. Бляха, вернусь в дом Комстока. Давайте закупимся сейчас еще разочек. С этим у нас полный порядок. Эй, и со снайперской полностью? 27. Так, я думаю, может быть, все-таки использовать вот какую-то вот, вот эту вот. Сейчас посмотрим. Вот это я хотел что-то. Добавлять взрывной урон. Ну ладно. Идем дальше. Сейчас попробуем. Да ёб твою. Ещё что ли палит? Тихо, ещё будет кто-то спускаться? Хочу проверить. А нафиг тогда иди. До свидания. Бляха ты муха. Обалдеть, мне сняли сколько. Я ж попал, ну и вы видели. Из этой заварушки тебе не выбраться. Где он? Я его не вижу, откуда палит. А, понял. Я его вижу. Вот этот господин. Головешку ем. Я могу помочь. Я ему, наверное, шлем тогда снял. Элизабет выручил нас. Да попал же, ну ёкарный карась. Да ёб твою дивизию, сдохни ты уже. Бляха-муха, пипец какой-то. Они вроде первый раз всегда убивались, нет? Значит, мне показалось. Так, нам, значит, сюда. Поддержи у себя. Привет, мне у тебя нужно аптечку купить. И боезапас. Все. Будь свободен. Нам, кстати... Кто? Лютеса. И все, кто знал правду, довольно быстро умерли. Я даже не его дочь. Я для него просто подопытная оса. Нет, Элизабет, послушай. Никто в мире не заслуживает того, что сделали с тобой. Букер. Мы выберемся, ты поняла меня? И это все останется... Чего? Типа я часто нажимаю, но я просто не хочу задерживаться как бы нигде. Ну-ка. Ага. Вот к этим, наверное. Меня за то, что я не твоя дочь, а я ненавидела тебя за то, что ты не моя мать. Ты мой Лазарь. Кипец. Началось. Где шок-жокей? Ну, почему он не убивает? Наверное, ловушка была. Точнее, ловушку надо сделать. Пипец, блядь. Вот тут будем стоять у этих автоматов. Сюда отстреливать их. А мины-то можно бабахать? Может быть, дальность не очень хорошая. Просто я... Урон-то по ней идет, нет, голову долби. А ее можно гипнотизировать, как вы думаете? Так, ничего найти. Нет! Я все уже почти сейчас перезаряжусь. Давай, где? Где эта сука? Ну да, вот, вижу. Патроны, Букер! Нужно? Давай, там садить, просто плюнуть на нее. Больше ничего нет. Сейчас щит восстановится. Так, кто же это долбит-то? Вот этот. Она вот за щитом приятится.
А, меня ослепили. Ладно. Че? А че у меня оружия-то нет? Давай я тебя избавлю. Сейчас будем казнь устраивать здесь. Казнь мертвецов. Что тебе сделать-то надо? Я должна извиниться! С моей помощью Камсток вернул тебя к жизни, но я взяла тебя из реальности, которую придумала сама. Он делал вид, что любит тебя, как делал вид, что любит меня. Я не внебрачная дочь твоего мужа. Я его жертва. Но все изменилось. Мы должны простить друг друга. Потому что есть тот, кто гораздо хуже, чем ты. Она думает, что он это пророк, дочь любовницы. Убил меня. Я не знаю. Потому что ты не хотел хранить тайну обо мне. Тогда почему я жива? Ты не жива. Не в этом мире. Или это ты в другом мире, где ты не встретила его. Или где я спасла его? Я не знаю. Это возможно? Узнай, дитя. Узнай. Баба. Букер. Спасибо. Да не что, моя прелесть. Мой перс. Отправляйся в дом Комстока. Здорово. Мы будем мочить. Или я не... А, подожди, так это улучшено. Не то. Аптечный набор. Закупаем его. Соли не нужны. Боезапас здесь не нужен, а вот здесь нужен. Все, до свидания. Здесь у нас... А, подожди, новенького ничего нету. Ничего нету такого. Ну ладно. Будем вот этим мочить их. По-моему, у нас еще какая-то будет функция, как какой-то вид солей. Почему-то у меня такое ощущение. По-моему, их там 9, если не ошибаюсь. Дом Комстока.